think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня интересный видосик для меня, в первую очередь. Я давненько не бегал на командные пришествия, подземки и прочее. И я решил потестировать своих максимальных некоторых героев. Конечно же, героев, скорее всего, которые у меня берутся на архидемонов, потому что они дают максимальный ДПС. И только с ними есть возможность быстро фармить некоторые командные локации. В общем, у нас сегодня будет тест возможностей. Не знаю, возможно, несколько разных видосов сделаю. Так, нафига я это открыл? Тест возможностей героев. То есть соло, сколько можно куда чего пройти. Возможно, где-то кто-то бегал уже. Напишите в комментах, что я сделал там неправильно. Потому что я в командные, ну, давненько уже не заходил. И забыл вообще, что это такое. Не знаю, так, забираем, потому что это, с одной стороны, для доната бессмысленно, для бездоната это дело нормальное, поэтому бездонаты, возможно, больше немножко знают, нежели я. Так, сейчас, кстати, хочу забрать, там у нас первое. Вот эти больше всего надо открыть сундучки. Надо все время фармить. Пишу видосы параллельно фармить, потому что все не успеваешь. Такс. Хороший музончик. Поехали, откроем сначала итемы. О, у меня еще эти есть. Это ж мы забрали с обожания. Как это я завтыкал? Может, еще кого-то подкачаем? Отлично. Вообще огонь подарок. Надо на всех аккаунтах почекать, позабирать. Тема кайфовая. Очень кайфовая. 100 штук, это реально бомба. Такс. Дайте. Поехали, чекнем. По-любому кого-то должны еще докачать. Ну, я же говорил. Один. О, отлично, седнушку докачали. Вообще огонь. Ничего себе. Ничего себе, прям подарок. Так, окей. С этим мы разобрались, поехали дальше. Поехали, будем пробовать смотреть, что там у нас в подземках есть. В общем, начнем с шторма Месса. Так, Form Team. Ну, естественно, я сюда закину тыковку, ведьмочку. Укротитель этого убрал, стрелка. Так, стрелок. Фрейка, я даже не знаю. Фрейка, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, печально, потому что Фрея может мешать в некоторых вариациях. Так, однозначно закинем сюда Зефира. Кого еще возьмем? Кого пропустили? Стрелок. Зефир. Ладно, вот давайте еще возьмем дополнительно. Вот такой вот вариант. Create. Старт. Начнем с шторма Мессы. Соло. Посмотрим, сколько у нас времени останется. Ну, это что-то как-то изи. 35. Видите, я даже не фармил у себя, поэтому сейчас буду забирать плюхи.
Я даже не знаю, честно говоря, вот эти вот первые, вторые. Я-то, наверное, проходил в самом начале еще игры, когда-то с того времени, пару лет я сюда даже не забегал. Я вообще забил и забыл, что это такое. А ребята многие это фармят. Ну, нормально, 15 секунд. Не, больше немножко, нифига себе. 17 секунд, ребят. Отлично. Поехали на шторм Меса 3. Там тоже, думаю, секунд 10-12. Тут 17 секунд. Попробуем. Возможно, сделаем челлендж. Посмотреть, за сколько в реале и времени можно будет это все пройти. Ну, то есть, быстрее зафармить соло. Так, тут у нас получилось... Ну, берем там 10, 17, а тут нормально уходит, смотрите. Фига себе, он там еще сопротивляется. А он жесткий. Ну-ка, на ускорение. Ну, я думаю, мы должны его фармануть. Минута 23, то есть минута 37. Фига себе. Нехило так разница. Ну и пробуем четвертую. Может, возможно, сюда лучше взять и Феникса вместо Хладного. Потому что он зональный дамаг наносит, то есть, соответственно, будет бить. Возможно, всех, я не знаю, или тут хватит зоны. Нифига себе, ведьма почти слилась. Это жестко. Не все так просто, ребята. Так, там у нас было минута 37, да? Посмотрим, что у нас тут получится. Я сейчас буду орать, если ведьма сольется еще. Не, ну тут вроде попроще. Так, уберем ускорялку. Тут минута 34. Вот так вот. Хорошо, ну давайте третью еще разок попробуем. Попробуем, ой. Ну, таким составом я потом постараюсь попозже сделать максималку, выжать с героев. То есть я хотя бы сейчас базовые циферки посмотрю. Я на эти локации вообще не бегал, на некоторые. Некоторые вообще не помню. Не, ну этот Меса довольно-таки долго бьется. Так, там минута 34. А этот станет у нас еще. Вот в чем проблема. Так, смотрим. Это при том, что у нас здесь офигеннейший разгон. Тоже плюс-минус минута 34. Вот так, не третью, давайте еще разок четвертую попробуем. По-любому есть где-то нюансы высадки еще, то есть... Ну, плюс-минус мы дойдем до какого-то максимального лимита, то есть где можно соло сколько бегать. Станет. Минута 32. Все-таки этот быстрее проходится. Интересно. Очень интересно, но в любом случае, сейчас мы с вами еще сделаем один заходик, мы сейчас поменяем, это первый заход был тестовый, Штормесу, мы сейчас уберем, поставим сюда Фрейю,
и Зефира мы тоже уберем. У нас 5 героев. Зефир нам, в принципе, ну, относительно добивает тоже, но мы попробуем без него. Хотя он массовый дамагер. Попробуем его сейчас убрать. Так, тыковка это есть. Фрея, тыква. И все-таки поставим Хладного. Мне кажется, Хладный получше будет. Хотя он увеличение дает, но он и дополнительный, в принципе, дает, как вариант. Ну, то есть, это максимальный состав на архидемона, который есть. Сейчас я чекну. Так, сюда мы поставим. Этот товарищ, он, в принципе, не особо здесь востребованный будет, так как нам не надо увеличивать лимиты. Так, Чикабума оставляем. Тут мы поменяем, поставим сюда панчбокса. Для дополнительного дамага. Так, тыква, ведьма собрана. Попробуем потом уже на следующий заход, я посмотрю, стоит ли Зефира брать. Так, Фрея с кроком есть. Хотя, в принципе, этот тоже не особо уже получается. Попробуем. Так, Фрейка. Попробуем потом поменять Хладного с этим. Стрелок. Ну, вроде с такого все. Все, что можно было, поставили. Окей. Поехали. Делаем окончательный тест. Давайте на четвертую мессу пойдем. Мы на четвертое. Так, вроде всех собрали. Ставим сюда. И сейчас еще поменяем Хладного с Зефиром. Потому что Зефир все-таки бьет по всем целям дополнительно вокруг. То есть посмотрим, что же все-таки лучше. Ну, дальше мы будем следующий тестировать. Это пока мессу я решил затестить, посмотреть. Нифига себе, стрелок просто улетел. Это что, прикол такой, что ли? Что-то я вообще не понял. На отражалке, что ли, убился? Не, ну это жестко. Так, максимальный разгон у нас полетел. Сейчас посмотрим, что у нас в итоге получится. Так, тыковка проседает. Ну, я вам скажу, минута 29, минута 31 в таком варианте у нас получилось. Минута 31. Хорошо, пробуем следующий вариант. Собираем. Ну, у меня Зефир, конечно же, без. Ставим сюда дополнительно раскол. 50. Ну, такой вот вариант Зефира у нас будет. Плюс вместо этого мы поставим сюда крока складного. Минута 31. А вы пишите, может, кто-то быстрее проходит. Пишите составы, сделаем такой челлендж. Так, форму убрать. Ставим сюда зефирчика. Интересно, интересно будет сейчас посмотреть. Это у нас смотра. 1611 карт. Ну, я могу себе позволить бегать сюда. Давайте тоже со стороны стартанем. Уже с Зефиром.
В общем, 10-17, минута 37, да, минута 36. И сейчас посмотрим, что здесь у нас. Ну, мы будем равняться по четвертому уже, потому что первое там, да такое, ведьма слилась, нифига себе. Да как так? Что-то жестко. Реально жестко сливаются. Четвертое место, старая локация, у меня топовые герои проседают. Офигеть. Но в данном случае Зефир, мне кажется, будет поярче. Посмотрим, что у нас в итоге покажется. На циферках. Не. Нифига. Все-таки хладный лучше. Минута 38 получилось. Да, хладный все-таки вин. В общем, вот так, ребят. Минута 31 у меня получилось. Но это еще не максимальный фуловый состав. Я думаю, еще что-то придумаем. Минута 31. Шторм, место 4. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков, тестов, сами тестируйте. Всем удачи, всем пока.